Многие профессиональные или не очень профессиональные путешественники, что вы понимаете в жизни, отправляются в странствие или просто так, мы проделали огромный путь, или для того, чтобы развенчать мифы о дальних странах. Это что-то невероятное, что-то неземное. Узнать поближе людей, я отсюда подробно расскажу, а может быть, просто разобраться в себе. Кожа обалденная от этого. В новой телевизионной программе «Линия жизни», «Линия жизни», Ольга Чеп путешествует для здоровья. Одна из 17 самых современных и оборудованных операционных. Или для философского отношения к жизни. Сохраняют свое здоровье и хорошее самочувствие. Что тоже вполне приемлемо. Релакс, тишина, спокойствие. А может быть, для того и для другого сразу. Найти именно ту клинику, в которой вам помогут. В общем, разобраться сможет только она сама. В программе «Линия жизни» на канале ТВ1 KG.